Всем привет, дамы и господа и подписчики моего канала, вы на канале Отличник Лайф, и сегодня в своем новом видеоролике на проекте Amazing Online 1 апреля я собираюсь устроить нечто то, что вы раньше не видели. Ну, а именно, я собираюсь вам показать свой обычный день на проекте после трехнедельного перерыва. От любой активности, которая повторяется из раза в раз, нужен отдых, и я устроил себе таковой, но не учел одного момента, что я могу потерять имущество, а именно ту самую квартиру, которую я покупал в прошлых видеороликах для того, чтобы показать вам экономику на проекте и тем самым доказать возможность приобретения жилья за 100 тысяч рублей. В связи с этим я хочу вам напомнить, что на серверах Amazing Online, в частности на сервере Azure, есть мой промокод Леонтий, который вы можете ввести в слэш-промо. На 5 уровне он вам даст 100 тысяч рублей, на 10 уровне 200 тысяч рублей, соответственно. Этого хватит, чтобы купить неплохую квартиру, которую я показывал в прошлом видеоролике, и неплохой автомобиль до первого времени покататься чисто от одной работы до другой, либо мутить какие-нибудь свои такие темки. Также в честь 1 апреля, Дня смеха, я хотел бы разыграть свой автомобиль среди своей аудитории, а именно Kia Ceed, который я тюнинговал в прошлых видеороликах. Он затюнен полностью в СТО, я думаю, получить такой автомобиль, в принципе, не расстроило бы никого из моих зрителей. Но разыгрываться он будет только между тех, кто ведет мой промокод Леонтий, либо уже кто ввел. Вам достаточно будет поставить лайк под этим видео, написать комментарий с любым посылом, там участвую, либо что-нибудь свое. В любом случае, любой комментарий будет считаться за участие. Но главное, чтобы вы были зарегистрированы на проекте Amazing Online по моему промокоду Леонтий. На балансе у меня есть 1000 амазингов, а значит, мы их потратим на приобретение Black VIP на 30 дней, потому что именно эта привилегия позволяет мне оплачивать штрафы, катаясь на своей Ешке по максимальной скидке, то есть 50%. Также мы не забываем о том, что у нас есть некоторые доступные для нас ежедневные задания, которые мы тоже беспрепятственно можем выполнить, чем мы сейчас и займемся. Ну а в целом, нам также надо заняться сейчас тем же, чем в прошлых роликах, это найти новое жилище, потому что я рассматривал к приобретению еще одну квартиру, но я как-то несерьезно отнесся к прошлому, поэтому мы будем искать дом через систему объявлений /AD. Ты алкаш, ты за рулем пьешь, у тебя машина целая была. А ты стоишь просто на трассе, полосу занимаешь, в тебя нормальные люди врезаются. Ты алкоголик. Права предъяви свои. Да нет, ты алкаш реально, это жесть, прекращай самогон пить. Да это не смешно уже, реально, ты, блин, всаживаешь бутылку водки с утра чисто и ездишь тут. Ну, понятно, ну стой, это... На, брат. На ход ноги чисто, понял, чтоб маза была. Думаешь? Не. Я не такой. Ой. Вот к чему водка приводит, понимаешь?
Почему ты так думаешь? Думаешь? Нет, тебе кажется. У тебя реально от водки уже помутнение сознания. Не, ну ты реально водку пьешь, это жесть. Все, я пошел чисто это флексить, понял? Тебе удачного дня там, кайфуй, наслаждайся. Короче, нифига я не могу найти дом за 2,7 миллиона, потому что, учитывая то, что я продал свой дом за 5,5, то я не найду здесь другого. Давайте в бизнесы. Риэлтор у дяди Мити. Трепнемся. Посмотрим вообще, какую квартиру мы можем взять. Наверное, ее возьмем все-таки. Так, ну что-то дешевых нету, да? Дешевых что-то я не замечаю. Ну давайте, блин, ну квартира номер 5 в парадной, номер 43, где она вообще находится? По подъезду вроде нормально все выглядит, надеюсь, это где-то в нормальном месте. Сейчас вообще посмотрим, что к чему. А это вообще, это не выход, вот выход, наверное, да? Ну, парадная нормальная. О, балдеж, ну в юшке. Пойдет в юшке недалеко, сейчас оплатим, мы будем тут жить, наверное. Новый этап нашей жизни, так скажем, да? Оплатим квартиру на сколько? Ну, 500 часов. Еще 500. 450, вот так, да? Все, на 40 дней. Забрать транспорт. Давайте я вам покажу, наверное, машину, которую мы разыграем. Возможно, кто-то не видел ее. Спаун, кстати, такой себе. Ну ладно. Ну, такая вот машинка Kia. Kia Rio, да? Не Kia Ceed, а Kia Rio у нас. Нормальная такая машина. Я думаю, вам пойдет. Надо карпас, наверное, пробить. Чтобы посмотрели вообще, что к чему. Вот такая машина идет на розыгрыш. В общем-то, все. Всем спасибо за просмотр, ребята. Удачного дня. И до новых встреч. Таким образом, подводя итоги, хочу сказать всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, с вами был я, Отличник Лайф, не забывайте вводить мой промокод Левонтий, на 5 уровне 100, на 10 уровне 200, всем добра, позитива и удачного дня, вечера, утра, я не знаю, когда вы смотрели это видео, все, всем пока.